Итак, всем привет, дорогие друзья, зрители, телезрители, маленькие, большие. И мы продолжаем играть, получается, в адский клинок. Почему я называю по-русски? Потому что с английским я явно не дружу, как вы поняли в предыдущих видео. Так, нам осталось открыть последнюю дверь. Я в игру реально уже не играл, наверное, где-то месяц. Да, где-то так. Праздники и все остальное. Все это затянулось. Короче, теперь мне надо все вспоминать по новой. Где вообще эта дверь? Или я прошел ее? Нет, не прошел. Где-то здесь должна быть. А, вон она. Предыдущие двери, я помню, была довольно-таки интересная и захватывающая. А по поводу игры. Игра вообще интересная. Она весит довольно-таки немного, не помню сколько. Где-то, наверное, 8 гектар. Can you receive in return? For this reason, I give my life and pass on my stories of the Northmen to you, Senua. Что там переместилось? На 5.25. Ну... Самая интересная дверь. Походу. I'm right here. Can you see me? Help me. Breathe slow. It's the darkness. Stay still. Empty your thoughts. Очисти свои мысли, пукни. Не держи в себе. Tell me what you feel. The breeze. Good. Then there is a way out. I can't tell where it comes from. Yes, you can. The others. The voices. They've gone. I'm still here. Один остался. It's so quiet. Голос. So dark. Да вот ты, двери, ё-моё. Listen to your own breath. Всё, больше ни хер. А, вон ещё. Хорошо, да? Ну, вроде да. Good. Be aware of everything you hear and feel. Не провалиться никуда. Ух, это, конечно, в наушниках. Я вам советую вообще играть именно на наушниках. Звуки просто нереально обалденные. Везде, каждая эта цепь, там и что-то еще, капли сзади. Именно, они сзади именно. Опля, приплыли. Find a way. I'm not leaving you here. Find a way, ё-моё. Так, там кастрик. Ёлки, как так? Костёр и не видно. О! Если ветер, да? Это что-то дуновение. Блин, хожу по кругу. Пожалуйста. Шо? Кто здесь? Ой-ой-ой. Что-то очковое. Вообще очково. Блин, этот звук меня сбивает. Пожалуйста, завалилась уж. Вода. I think I'm somewhere else now. I
The breeze has gone. Use all of your senses. Let the world speak to you. What do you hear? Что я слышу? Ух ты! I hear water. Go to it. Ворон я слышу. Не воду. Бля. Ни хрена не видно. О, стена, пожалуйста. Была вода, блин, стена. Что такое? Блять, стена. А вот сюда. Налево. Come back. Назад. Follow my voice. Come back. Назад, так follow назад. My voice. Ты что-то меня очково. Come back. Come back to me. Кто здесь? Come back. Да иду, ёпт. Do you hear me? Come back to me, Samus. Шо он? Камбэк я пропал. Опять вода. Блин, тут реально давит. Просто именно выдавливает мозги, давит ужасно. Это, во-первых, это темнота дурацкая. Меня задолбало. Опять. Да блин. Слышу. Иду. Куда иду, хер поймешь, куда иду. Короче, идется, слава богу. Reach the water. Good. That's your way out. Follow it upstream. Вверх по течению. Пошли. I'm so sorry. I thought I left this all behind. Don't be sorry. Быстрее. It's not your fault. Быстрее не идет, You're идет еле-еле. It's inside of me. It won't let me go. Senua. My father, he taught me that the hardest battles are fought in the mind, not the sword. You're no coward. You proved that to me in the warrior trials. This is just another battle. You can beat it. This isn't your battle. You don't have to help me. I want to. Besides, you are going to be a great warrior one day. You need people like you. I'll do my best. Ты ё-моё. Прям в ухо мне. Зараза. It's not really you. Аж мурашки по коже бегут. Seems there's no escaping. Ты ё-моё. Что там такое? I don't know what's inside. Don't be afraid. Падай. Я ж пошутил, ё-моё. Я забыл, как драться тут. Да вообще, тренер, за полтора... Ой, за полмесяца, че за месяц. Я реально забыл, как драться. Я не помню.
Ух! Капец, вот это звуки. Ух ты! Это чё за... Нихера себе! Это явно не хочу. Зараза! Ну я якобы обошел его. Вроде как. Ну нахрен, чуть не обосрался. Ну, сохранение. Leave it behind. Блин, это реально самая вообще страшная дверь, наверное. А то что такое? Ни хрена себе. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сейчас навернут, наверное, меня. Надо, короче, ближе к огню быть. Блин. Ты хоть бы чуть-чуть побыстрее бегал. Ох, это трындец, мурашки именно вообще крепко бегают. Не поймешь, что где кто ходит. Их нихера не видно. Все размыто. Такое ощущение, кого-то очки одели. Такое минус 20. Блин, ты куда идешь? Отвяй от меня! Нет, не трогай, не трогай! Фу, гадость! Сука. Сука, ты. Блять. Колокольчики. Просто. О, так можно делать. Блин, не меча, что ничего нету. Вообще ничего. О, капец. Ну, это, по крайней мере, говорит, что не надо будет драться. Зашибись. Все в твоей власти. Ну нахер такую власть. Ни хера не помогу куда идти. Вообще ничего не видно. Фуга, то есть как муравьи летают. Не люблю я муравьев. Вот куда его идти? А, тут стена. Сука, опять какой-то черт. Че он не идет? О, там кто-то шарится. О, зашибись. Давай, падай, вообще будет великолепно. Просто проору. Тихо, тихо, тихо. As well. Don't turn back. We're getting close. И давай в звонок. О, зашибись. Давай, давай, жопами шевели. Шевели, шевели, жопа. Ядрень, матрень. Шевели булками. Ага, меча нету. Трындешь это все. Не может быть, это все так просто.
Что тут? Вообще именно легкотня. Свет в конце туннеля. Ух ты, елки-палки, дерево какое-то. А, хер там. She could spend hours, days even, опять ты у меня в ухе. Than herself in the dark. You see me? Yes. Your eyes were open, but you were... Игра реально завораживает моментами. And when it finally let her go, даже обычного взгляда. She could be anywhere, with no memory of how she got there. When it comes for me, I have no power over it. But here, for the first time, someone was there to help. But I heard your voice. You brought me back. You found your own way back. All you needed was a little help. A little hope. Все? Ну что ж, наступил момент истины. Где там эта зубочистка? You will have Odin's blessing to walk a goddess into the halls of Helheim and challenge Hela as an equal. So Dillion was helping me. Да-да-да. And a sword will lead me to him. Like when we first met. Где там Экскалибур? Как его взять? Dillion gave her the strength to pass the warrior trials. Буковка Фе. To leave her past behind. Ни хрена себе вытянула. Наполовину. The sword is tainted by the gods of darkness. Leave it. He left it here. He wants me to take it. Я уже не понял, что за голос. But years later, with Zinbal's parting words holding her, the darkness came back with a vengeance. А чё, меч джедая не светится? A plague. Everyone suffered. А его вообще нет. My father was not supposed to die like this. Я думал, уже делил. Do you see it clearly now, Senua? The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us! You have blood on your hands! Она, походу, психанутая будет, ей-богу. Так, я понял, это мне надо. Я думал, бежать не надо. Ух, какой! О! Люк, ли ты. Фу, блин, ты ли это? Так, перчики. Блин. Ой, вспомни бы теперь. Ой! Тихо. А, просто блокировать. Получи фашист гранату. А где у нас еще? Тихо. Не понял. А, мне надо сфокусироваться. Блин, не то нажал. The
забыл как сфокусироваться. In the sea of corpses, the corpse waved through itself over the ones I love. The ship broke up under them. Там тут не хватает, везде хватает. Ну, что такое? В чем дело? Ага, вот так. А что, ну навелся? Где мои ворота? Бля, вообще ничего не делаю. А, путы. Все буквы F. Блин, все забыл. Ужас. Вот это у кого-то психика вообще сыграла. Do you hear the suffering, Senua? Does your precious gift of sight see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to them. Это вообще не очень. All because you were a coward, because you ran from your curse instead of facing it. When you turned your back on the father Zimmel, you turned your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Why must they pay for your heresy? Где мы? А, ворота, короче, на пробелом. Ай-я. Так. Не нравится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай. И вот так вот. И потом вот так вот. Так вот. Кого этому дать хотел? Она! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здорово. Ты. Ничего, слишком медленно. Да я вообще супер молния. Ой-ой-ой. Чуть не качнул меня. Где-то как его сфокусироваться? Ой, это ножом. Да это не то. А, все-таки это фокус. Тьфу ты. Ага, они значит в фокусе. Двигаются как и все обычно. Понятно. Do you hear the voice of your mother, Galina?
She calls for you, Senua. Go to her. Mother! Answer her pitiful call. I need you. Help me. The darkness took her life and it will take yours. You're both dead. You both surrendered to the voices. Your dear beloved mother was powerless against the darkness when it came before her. She too had a sight. She too doubted the gods and let the darkness infest her. But she didn't love you. Да, ну такое создать мир именно вообще просто. Там, может быть, меня, конечно, может плохо слышно, но поверьте мне, лучше, наверное, слышать то, что происходит здесь вокруг. It's not too late. Воу, ух ты. She's calling for you. Ой-ой-ой, why don't you join her? Как-то можно еще фокусироваться на одной. А я. А, еще что меняет. Surprise, motherfucker! Ай! Сюрприз, мазефака! Сейчас я так на спинку. О, еще один. Да я понимаю, что фокус. Да зацепись от него. Мне вот это надо добить. Ай, еще чего-то. О, отлично вообще. Опять. Ай, я. Вот этого мне надо давлять. Давлять. Ух, тихо, 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 близко. Давай, 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 давай. Вставай. Тихо, тихо. А чё, батя, ух ты! Фокусировки быстро. Тихо, тихо. А что это он меня зажал куда-то? Ой. Угол какой-то зажал меня. Ну, сука. Все. Да вы издеваетесь, да ладно. Смотри, бегун какой. Дровосек. Капец. Как фокусироваться? Я не помню. Там еще и сзади. Два черта. Ой-ой-ой! Блин, там стена была. Давай, давай. Шевели жопой. Да ничего себе, что-то мне кажется, что сейчас будет... It's over. Сейчас, 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 сейчас. Еще немножко. Ай-яй-яй. Еще немножко до смерти. Так, второй есть. Есть третий. Теперь побежали. Блин! Ты ж трындец какой-то, сбил все на свете. Да что ты крутишься вместе со мной? Все? Трупец? Где-то есть уже. Да ладно, блин, то ли мне надо вперед идти, чтобы они меня не забрали. А, еще. Пизда. Извините,
если вы это слышали, просто у меня уже слов нету. Ебану. Мне реально надоело. Ах ты! Ах ты! Я бы тебе сказал бы, кто ты. Ай-я! Да вы издеваетесь, наверное, да? Да ёлки, ты не можешь в блок попадать, ай! Всё, задолбал. Есть контакт. Ай-я! Ух ты! У меня такого не было, тихо. Тихо. Ух ты! Вот так быстро. Ай, да чё ж ты не вернулся? Ну что, у меня с пробелом что-то? Да как тут щит ломать? Задолбал. Блин, опять. Why do you still fight on? Да как, для чего? Маня моя. Фокус, шмокус. Хорошо, не ожидал? Да. Give the darkness what it wants, let it swallow your soul and destroy. Да ёлки-моталки. Дровосек. Why are you fighting for someone who is already dead? Да, конечно. What hope is there for him? If his soul could be rescued. Deep thinking. Thank you for what you have done to him, to his brother, to his father. Ух ты. Еще двое. Вообще зашибись. Ай! Ух! А, то бишь они, короче, раз сфокусировался, и они появляются на его. Вот так это, парень. Это был долгий бой. Куда мне тут идти? Ага. Реально, вот это много дрался. You both surrendered to the voices. The darkness has taken you. Galena and Senua. Galena and Senua. Как же вы уже... Как вас так угораздило? Такие мумии. Мумии Тутанхамона. Посмотрите. Это вообще придавило. Это шо, рука? Во, пальчики. Пути-ти-ти-ти-ти. Башка. Херосим, он здесь здоровый. О, маманя. I can't fight it anymore. Not on my own. Where are you, mother? I want to be with you. That night, she gave up on her world to follow in the footsteps of her mother. To go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua. Look at me.
Вот это лицо. Обдолбыш. They're calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said it. Опа, кто-то сзади. I have blood on my hands. Штыкнёт что-то ему в голову. You've done nothing wrong. В ухо. Zimbal was right. Everyone will suffer. Zimbal is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. За тебя тень. Who do you trust? Him? Or me? Do you still believe in me, Senua? In us? Come back to me. Please. Don't let this darkness come between us. А что тьма? Так у тьмы мать ее. Вот это глазище у нее, елки-моталки. Такие, если в реале увидеть, так, наверное, я не знаю. Утонуть можно сразу. Шо? Да ладно. All she needed was a little help. A little hope. Что, дорога открылась? Ну, конечно. Давайте, давайте, поглядим, поглядим. А, так. Я оттуда пришел. Фу, едите, наверное. Куда мне идти? Вот это минус таких игр, что постоянно надо искать, куда идти. О, пожалуйста, опять голоса вернулись. Что-то размытие долбаное, не, ну, не люблю размытие, глаза потом болят. Не, может быть, если размытие будет в VR, то да, как бы понятно, ты сам башку крутишь, поэтому у тебя размытие. А когда в игре, он просто на глаза действует. Куда идти, ёпта? Так помогайте, помогу. Куда идти? Вам доверься, себя обмани. Does she know her way into the mountain? She's a... Да понятно, что посмотри наверх. А, тьфу ты, идите его налево, лестница. Капец. Это как обычно. А прикиньте, человек вообще вот молодой, это там парень, ну буквально там, да, может девушка, ну без разницы, решила поиграть в эту игру, да, как бы в принципе не знает, о, лодка, как бы в принципе не знает английского языка, ну и нету субтитров, которые могут помочь ей. Она ей говорит ап ап, а хер его шо ап ап ап, а че ты не будешь слушать, они помогли, ёпты,
слушать у них не будет. Вообще бы фонарило. И чё? И ничего. Большой воротина. Сейчас, по идее, должна быть загрузка. А, нет. I will tell you of a great hero named Sigurd, son of Sigmund, no less. Без разницы. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf Reyn. But Reyn does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. Ух ты. You see, Reyn's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Reyn's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Ну, Fafnir hid the treasure out of the heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature. A dragon. Нету никакого камня. Нет никакого. Что не открывать? And it knows you are here, Senua. It can smell your stink. What are you afraid of, Senua? How would you say Dillion if you are too much of a coward to step into the shadow? They can't stop me. Then do it. Знаете что? Наверное, давайте на сегодня хватит. Всем спасибо за просмотр. Ставьте, пожалуйста, лайки, комментируйте. И всем здоровья и удачи. Пока.